новогодний виноград. Вот директора новостного фотографирую. Давай, купи Алишу. Хорошо. Пошла-то, я тебе еще банк не сделала. Всем привет! Всем доброе утро! У нас сегодня сборы полным ходом. Нам сегодня Дед Мороз принес подарок девчонкам. Мы покрали. Два. Еще один такой же. Полина, мы покрали. Ариша, ты почему до сих пор даже без колготок? Я Полину уже заплела. Мы покрали. Все, давай убирайте, я сейчас еще банк сделаю, сейчас я вам покажу. Сегодня Полина заплела. Красиво. Она сегодня у нас идет наконец-то не в школьной форме, она сегодня у нас идет в платье. Я сегодня слушала, как ночью какие-то скрипы были. Вот, посмотрите, сегодня у нас какая красивая косичка у Полины. Вот такая. Сейчас у Арины тоже будет такая же, только бант у Полины снизу, а у Арины будет сверху. Ай, больно, ты мне вот такую. Ариш. Вот Ариша у нас снежинка, да? Покружись. Ой, красотка. Все? Ну все, шагай на елку. Люблю тебя. Ой, тихонечко. Ну все, я уже почти подъезжаю к работе. Посмотрите, у нас наступает настоящий Новый год. Сегодня у девчонок предновогодки, у кого-то елки, у кого-то просто конец четверти. Вот. И прям новогоднее настроение. У нас пошел снег. У нас красота. Видно вам, нет снега, как идет. Всем привет! Я сейчас еду на тренировку, а в школе к нам приходили мушкетеры и Дед Мороз со Снегурочкой. И знаете что? Нам подарил Дед Мороз. Нам подарил Дед Мороз целый пазл. 53 детали. Это кристальный пазл. Там надо собрать панду, который может быть светится. О! Горку поставили. Блин.
Вот я же говорила, то, что ты из блока будешь делать горку. Здесь, кстати, мало народу так. Но это сейчас день, потому что. И это, я получила сегодня грамоты. У нас полкласса всего лишь получили грамоты. А ты грамоты домой принесла или в портфолио Ольгу Викторову вложила? Домой. А Ольга Викторова на портфолио. Прикинь, каждую эту надо предмет, каждую эту грамоту, каждую эту надо отдельно положить файл. У меня так никаких файлов не хватит. Нету тут снеговик твой, а твой снеговик какой? Какой тут твой снеговик? Ага. Какой из них твой? Ришу с садика, пока Полина на тренировке, мы решили с ней покататься на горке, да, Риш? А Риша будет кататься с горки. Мне дали подарки, конфетки, коробки. Да. Ой, Риша, сегодня был утренник. Расскажи, кто к вам приходил? Дед Мороз. Дед Мороз разве приходил? Ой, нет, Снежинка. Снежинка? Да. Снеговик и Снегурочка, наверное. Да. Так, варежки одевай, давай подержу ледянку. А Дед Мороз как с вами общался? Хорошо. По видеосвязи или как? Да, он накричал, а потом накричал. Да? А подарки как он вам раздал? Ну, крутился это, круг. Крутился круг с подарками? Да. Ничего себе, здорово было? Ага. Ну, клево. Держи. Аккуратно только, ладно? Побежал, побежал. Вставай, вставай, шустрей. Прикольно? А? Это книги? Ну да, снежная попа. Ну, ты же с дворки катаешься, она должна быть снежная. Ты давай еще чуть-чуть да поедем, а то мне холодно. Еще чуть-чуть да поедем. Ты не замерзла? Хорошо, три раза.
Страшно? Так, встала, бегом, бля. Страшно? Нет. Нет? Да. Испугалась, что дядя чуть не задавит? Да, Юля. Да, Юля, это дядька. Ну, ты еще будешь кататься или поедем? Поедем? Ты что? Куда? Да ты лось какой летит. Ты что, валяешься? Подарок-то будешь показывать сейчас свой? Подарком-то похвастаешься? Ага. Ага. Я сейчас знаю, это так. Может конфеты, может буквы. Да конфеты, скорее всего. А может и буквы. Фу. Чувствуешь, да, варят что-то так. Ой. Я просто не готова погулять сегодня. Если случайно мы с Полиной увидели эту горку, когда ехали на тренировку. Да? Да, я решила, почему бы Арине немножко не покататься. Вот, поэтому мы чуть-чуть совсем покатались. Ариша погуляла. Все, едем на тренировку. Холодно? Вот такой подарочек у Ариши в садике. Вот такие. Красивые подарочки им раздали. А ты что? Вниз надо бросать, он же... Крыли подарки. Типа яйца кинуть. Ага, сюрпризы. Ты сломали. Ну, ничего страшного. Да, Симона. Ты что будешь пить из этой кружки? У Полины свисток. Кто у меня свистит? Да, дай могу. Кошка зашла, дверь закрой. Ну все, ну давай быстрее, а. Ну давай, да? Давай. Да. Вот тут зажимай. Да подожди. О, мама, можно? Закрой дырки-то. Ну, если посмотреть, значит съесть, а не просто посмотреть. Какая клубка? Господи, дети как будто сроду никогда конфеты не едят. Мама, сейчас ладно. Шоколад ешь, раскрыла? Фу, какая-то. Ну я не буду. Ты же вскрывал, ты и ешь. Ой, блин. А то торопитесь вскрывать, не знаю, что вскрывать. А мне не надо, я уже съела такое. А потом давайте на я сядем. Скажи всем привет, ты давно не здоровался. Давно уже Пашу никто не видел. Мне кажется, только мы девочки. Откуда мы едем? Пятый. А что, он опять у них поболтает? Ариша, стой! А, нет, первый. Мы опять ездили к сестре. В очередной раз я удивляюсь их ковру в подъезде. Зато в подъезде чисто. Поднимите меня, поднимите меня. Решили мы сегодня посидеть, пиццу поесть. Чтобы пиво мы захотели с сестрой попить и с зятем. Роллов немножко заказали. Каждому по два. Ну, три порции, так каждому, да, там по два кусочка. Ну, не по два кусочка, по четыре, по пять. По шесть, мы по шесть съели, вы ты четыре. А по два? Ну, шесть кусочков он съел, я шесть съела, Оля шесть. Ты четыре, Арина три. Три. У нас снег так не идет. Мама же не испугалась, машина это делает. Поедем в магазин? Ладно, давно мы вам не говорили что-то хороших. Пока. Пока-пока, да. Пока. Хорошего настроения. Да.
замечательных дней, так скажем. Новый год уже совсем-совсем-совсем скоро, уже скоро новогоднее чудо. Так что всем пока!